Πήρεξε το Μπότζε Ντέβιτ για βιντούση ο Φάνελα Ντόσκε. Σιβόντε ο μία γκόστ, κότε καουσι τζουγ, καλέκ, τέλει βιντούσε, η σοπή διέτς, νο, κουτό κιουβά. Έτε Γευγένε Λαπάτε, ο Πάτε, как дела? Привет, все отлично, все замечательно, прекрасный день, и нас сегодня встречает солнце. Да-да-да, но я сказал, привет, ты из группы X-Band, да? Но X-Band, уже сколько же стоит? Буквально в январе будет нам год. Год, да? Представляешь, уже год мы бомбируем по всем площадкам Уфы и ближайших городов Башкирии. Да, но я много раз с вами выступал, вы три участники, да, как я понимаю, да? А как вы собрались и создали этот бэнд? Мы съездили в Москву, поучаствовали в проекте «Ж главная сцена», если ты не в курсе. Вот, не дошли, конечно, до финала, но ничего страшного, зато мы поучаствовали, мы все это увидели, прочувствовали, мы это поняли, потом со многими личностями пообщались, и вот вернулись в Уфу и решили создать проект X-Band. И, думаю, все классно, бомбим. Я еще знаю, что ты тоже начинающий продюсер. Да, кто это тебе намекнул? Нет, я уже видел твой проект, но мы уже давно знаем друг друга. Потихоньку, да, стараюсь этим заниматься, как бы, что-то пробую новое, как бы, в кризис же надо чем-то заниматься. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, как настроение сегодня? Отлично, отлично. Когда увидел колесо, все так моргает, сверкает, замечательный ты сидишь вопросами, заваливаешь, ну ничего, справляемся, все классно. Значит, ты готов играть? Конечно, я готов. Поехали! Кулак-кулак-кулак-кулак! И вот первый вопрос. Представители какой профессии начинают трудовую деятельность с принесения клятвы Гиппократа? О, медики же, правильно? Медики, да? Да. Правильно, врачи, да, медики, молодец. Нет. А ты испугался? Плюс один в мою копилку. А? Плюс один в мою копилку. А? Ну, правильный ответ тоже. Хорошо, хорошо. И вот, давай следующий. Сложновато, чуть-чуть, не так сложно. Как в спорте часто называют игроков, которые могут выйти на замену? Как часто называют игроков? Которые могут выйти на замену? Ой, да? Слушай, я не фанат ни хоккея, ни футбола. Запасные вроде, да? Правильно, просто они называются скамейки запасные. Во! Я так хотел сказать. Тебя вот я чувствовал, да? Да, вот же вот этот скамейка запасных. Вот следующий вопрос. Да, слушаю. Какие изделия народного промысла пославили Оренбург? Первый вариант. Штатунки из ямши. Второй вариант. Пуковые платки. Третий вариант. Кование замки. Ну, это как А, Б и С. Я думаю, правильный ответ Б. Б. Пуховые платки. Да, пуховый оренбургский платок, да? Ну, правильный ответ, правильно. Правильный ответ. Ну, ладно. Следующий вопрос. Какой производитель носил король Англии Ричард Первый? Ох ты, господи. Его прозвище это связано с король джунглей. Да, лев, что ли? Ну, лев, да, но какой лев? Какой ты лев? Ну, какой лев, ты думаешь, он этот король Ричард Первый? Он ничего не боялся. Но а брат, следующий вопрос. Ну вот, правильный ответ был львиное сердце. Ага. Но по-английски lion-hearted, а на русском львиное сердце. А, пятый вопрос. Где в Уфе находилось культовое место 90-х? Ну, стекини радиус винок. Так, вот озадача. Вроде я 90-х. Вроде я был в 90-х, да? Ну, тебе уже 90-х. Но никакие, ну, как и место, где, ну, я еще под столом бегал, наверное. Да, я же под столом еще бегал, точно. Ну да, но это, как сказать, она сейчас есть, да, но там люди, которые любят 90-х, подают своего товара или сувенир из 90-х в этот место. Колхозный рынок, что ли? Ну, не колхозный рынок, но недалеко от колхозный рынок. Угу. Я не местный, я не оттуда, я вон оттуда, с центра. Ну ладно, ответите ДК УМПО. Да? Мы вот недавно там выступали, вот, точка, точка, Черниковка. Да, ДК УМПО. Да. Ну вот, ну ладно. Давай следующий вопрос. Это давай. Уже музыкальный вопрос. А, я тебе дать ну, музыку послушать, а ты угадай, что за музыка. Ага. Хорошо? Давай. Ладно. Что за песни
Давай, включай песни. Сейчас споем. Это комар летает? Или какой нот эти песни вообще? У тебя, видимо, батарейка садится. Ну ладно, на какой нот шипит комар? Вот тебе вариантов есть, да? Первый вариант был, это нот был ре. Второй вариант был фа диез, а третий вариант си. Третий вариант. Третий? Да. Си. Неправильно, это был фа диез. Я так и думал, не специально. Ну это, конечно, это сложный вопрос, да. Да, вообще. А следующий вопрос будет видео вопрос. Я вам покажу каждый, а ты угадаешь, с какой фильм. Нажмем? Давай, попробуем. Вот это из какой фильм? Из какого фильма? А, «Назад в будущее» вроде, да? Молодец, «Назад в будущее», дай пять. Вот, молодец, и это был последний вопрос. Слава богу, последний вопрос. Ну, как думал, еще 10. А как настроение? Да все отлично, даже нет волнения, представляешь? Да, видно. Нормально. Спасибо, что был сегодня на нашей программе. Желаю тебе успех. Творчество, и, ну, твоего группами, но и тоже, ну, личной жизни. Спасибо большое. Да. И все, это был Уфа на ладошке. До следующий раз. Пока. Пока, друзья. Виджей Лопатин с вами сегодня был. И MC Боджи. Ага, MC Боджи, да. Опять.